Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем учиться собирать торт. Это безумно интересный и очень крутой процесс. Надеюсь, вам понравится, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну что, друзья, будем с вами собирать тортик наш. Я уже разрезала бисквит. Я делала тонкий бисквит на две части, чтобы смогла его разделить. Здесь у меня подготовлена вода с сахаром. Дальше здесь у меня крем-чиз. Вы можете посмотреть, как его делать в моем профиле видео. Здесь у меня соленая карамель. Сначала нам нужно пропитать хорошенько наш бисквит. После этого будем крем-чиз наносить. Сделаем с вами бортики, чтобы внутрь налить соленую карамель. Вольем соленую карамель. Сверху снова нанесем крем-чиз. Постараемся выровнять немножечко. Кладем второй слой. Я точно так же его немножко провожу водичкой с сахаром. После этого наносим слой крем-чиза. Растираем и боковую часть. После того, как мы сделали наш торт, мы отправляем в холодильник на 4 часа, обмотав его пленкой, чтобы все, так сказать, у нас сгруппировалось. Спустя 4 часа убираем нашу пленку и будем выравнивать наш тортик. Наносим крем.
Вот такой вот вкусный торт у меня получился.